Привет, я Сева Шульги. Я Григорий Иоффе, и мы продолжаем свои выпуски нашей новой программы «Локдауны на Коста-Рике». Да, ну вот сегодня у нас поступила заявка от нашего зрителя Михаила Рубинштейна, который просит рассказать нам о событиях, связанных с серфингом на Коста-Рике. Нам стали поступать какие-то новости от наших друзей, которые оказались на Маврикии, которые оказались на Бали, на Тенерифе, где все происходило достаточно жестко, и меры были кардинальными. То есть сразу же ввели какие-то штрафные санкции до 500-600 евро, и у народа уже не возникало желания выходить и кататься в океан. На Коста-Рике же было все намного спокойнее. Да, да. Мы так слушали про это, думали, ну вот, вот нам повезло. Мы застали в райском месте, и ничего не запрещают. Потом в какой-то момент начали говорить о том, что серфинг у нас тоже типа сворачивают. Обмотали пляжи желтой лентой, как на месте преступления. Вот. И нам начали люди скидывать новость. Ну, мы ее, в принципе, тоже сами на нее наткнулись, как на Коста-Рике произошла стрельба. Да, это произошло буквально неделю там назад. Это, конечно, всколыхнуло мировую серфовую общественность. Как это так почти в упор расстреливать беззащитного серфера? Ну, надо сказать, что там вроде как серфер убежал живой. Да, он не погиб. Но стрельба была. Но стрельба была, этот факт. Мы постараемся как-то найти это видео и тоже показать вам маленький эпизод из полученного. Но сам факт, что все-таки в нашу деревню столь радикальные меры, конечно, еще пока не добрались, я бы так бы сказал. То есть вот на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, мы редко, но делаем выплески в океан. Это происходит, конечно, рано-рано утром на рассветке. Мы думаем, что вот, ну, как мы... Но редко это каждый день? Да, каждый день. Ну, не больше одного раза в день, максимум два раза в день мы катаемся. Ну, просто потом уже физически не хватает сил, но... Так как вы можете представить, когда ты выходишь в океан один или мы двое, то вы нужно просто брать много волн. Много волн брать, выбирать самые лучшие волны, это тоже большой минус. Кататься на самых идеальных волнах, то есть брать там третью волну в сете, как вот, самую качественную. Пренебрегать хорошими в пользу лучших. Лучших, да. Ну, то есть как бы есть свои минусы в этом катании, потому что если ты обычно такое количество волн накатывал буквально за месяц, наверное, да, в среднем, то сейчас мы это накатываем. За три дня? Ну, я бы сказал, ну, за один день, наверное, за один сет. Ну, вот, ну, у кого как. Поэтому... Мне подольше. Ну, как бы есть минусы, надо признать, да, в том, что произошло сейчас. У нас еще вопрос от телезрителей. Так, телезритель... У нас онлайн-трансляция? Да, Михаил Ротенберг спрашивает о том, как... Где брат? Да, где мой брат? Вы знаете, мы не знаем, где ваш брат. Где-то, скорее всего, по-моему, он сидит на откате. Да, по-моему, он сейчас сидит на откате, так что... Проверьте там. Да. Ну так вот, возвращаясь к серфингу, к нашему месту. Да, у нас было уже несколько прецедентов встречи с полицией, но закончились они достаточно лояльно по отношению к нам, были какие-то устные предупреждения. Окей.
in the beach is restricted now because the coronavirus is not possible. Yes. Наши встречи проходили с сотрудниками полиции довольно мирно, и то, что показывают в новостях, нам, конечно, в это с трудом верится. Поэтому я думаю, что нет оснований переживать. Ну да. Ну стреляют они где-то, но у нас не будут. У нас полиция будут. Другая совсем. Но это турист, что у нас стреляет? В смысле? Будут просто взять и подать пулю на все, это же глупо. Тем более... Мы же не идиоты. Русских стреляют. Конечно. Кретин возьмет пушку и будет стрелять в русскую серфу. Просто на какие мозги иметь? То есть это полное отсутствие. Что ж, я предлагаю проследовать за нами в океан, потому что он уже подходит, прямо с минуты на минуту все начинается. И что ж, давайте покатаемся. Поехали! Мне уже тошнит от этих кокосов, если честно, просто сил нет их пить. Стреляют они где-то, но у нас не будут.